Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 8 мамыр, 8 мая 2024 год. Қазір мен Жетісу облысында жүрмін. Нахожусь в городке Үштөбе и направляюсь сейчас в населенный пункт Ортатөбе. Ортатөбе. До 2005 года октябрь. Село в Каратальском районе, Жетісу области, Казахстан. До 1965 года колхоз «Октябрь». Входит в состав Бастөбе ауылдық округа. Так, о, смотрите, еще есть прежние названия. Осо Авиахим, «Октябрь». По старым данным, 1039 человек проживает в данном ауле. Оказывается, есть еще один аул Ортатөбе, только в Сарагаш ауданы Түркістан облысы. Выезжаю со стороны Үштөбе в сторону Ортатөбе. Қазіргі ең басты міндет еліміздің мықты өнеркәсіптік негізін қалыптастыру. С правой стороны протекает канал. Это мы все еще едем по городу Үштөбе. И тут по картам, если верить, то как закончится город в этой части, то там как раз начнется уже аул Ортатөбе. Про город будет отдельное видео на канале. Кажется, в этой стороне идет ремонт дорог. Конец города Үштөбе, я так понимаю. Аж асфальт поменялся. Здесь с левой стороны кладбище. Так, с правой стороны поля пошли. Это, наверное, знак о начале города, я так понимаю, может быть. А, нет, это Ортатөбе аула там начинается. А здесь, наверное... А, подожди, Ортатөбе. Что-то я не понял, видимо... Видимо, знак развернуло либо ветром, или его специально развернули, получается... Здесь уже началось населенный пункт, начался Ортатөбе. Ортатөбе аул басталып кетті осылай. Потому что здесь с правой стороны многочисленные дома. Так, а трасса уходит дальше. Предлагаю по трассе проехать, посмотрим, как бы,
как аул вообще расположился. Наверное, дорога должна проходить через аулы, думаю. О, вот появились дорожные освещения. Вижу газовые трубы с правой стороны. Дом продается. Серегин КЧСЭ. Дорога стала прям резко плохой. Видно, что много заплаток, старый асфальт и появились новые ямы. Серегин КЧСЭ. Или Серегин. На улице показывает плюс 29 градусов жары. Обалдеть, сегодня жарко. Магазин Три Семерки. Ужас, на такую плохую яму наехала. Впереди еще один магазин вижу. Ну, газ, видать, здесь давно уже провели. Сабина Дукена. Объезд какой-то есть, схема объезда. Так, схема объезда есть, но при этом дорогу не закрыли вроде. Чуть непонятно. Айнал ПТУ объезд. Я так понимаю, уже выехали из аула, вон там уже фонари заканчиваются, и дома тоже заканчиваются. Вот так в целом данная трасса проходит по аулу. Посмотрел дальше, дальше еще есть, оказывается, в Ортатубе и Кышетубе есть. То есть мы сейчас находимся в Ортатубе. О, здесь, оказывается, на выезде, можно сказать, из аула находится местная мечеть, вот тут вот. И какая-то база. Или хозяйство. Да, в этой части, конечно, туго со знаками. О начале населенного пункта и о конце. Непонятно, конечно, территориально, где начинается, где заканчивается. Проверил по картам. Карты говорят то, что мы еще находимся на территории аула Ортатубе и предлагает проехать еще чуть-чуть дальше. Но я, если честно, здесь ничего не вижу. Просто какая-то большая база и пустыри. Знаков никаких не вижу. Ограничение скорости. Какие-то ремонтные работы. С левой стороны, видать, здесь есть озеро. Видите, все камышами заросло. Выглядит как болото больше. Ортатубе аулына, аулының орталығына қайтып бара жатырмын. Возвращаюсь в сторону центра. Предлагаю поближе посмотреть мечеть. И здесь есть еще одна какая-то главная дорога по аулу. Тоже асфальтированная.
выехал от мечети. Эта улица, кстати, тоже Серегинку сейчас. Серегин. Я думаю, Серегин. Наверное, просто у нас обычно пишут Ё, как Е. О, вернулся, получается, на центральную улицу. Так, заехал на еще одну асфальтированную улицу, Паулу. Здесь тоже проведен газ. Трубы такие еще большие прям. По этой улице увидел, что есть какие-то большие сооружения. Не на всех улицах есть асфальт. Вон там вижу крупное сооружение. Наверное, это местная школа. Осы ауылдың орталығы деп ойлаймын. Бұл жерде мүмкін мектеп сияқтыны. Панфилов көшесі. Мынау енді мектепке ұқсайды. Үш этажды. Там вот вышка связи дальше есть. Данная школа похожа на школу, которая находится в этом аул Каратау, рядом с городом Текеле. А, здесь что-то асфальт пропал куда-то. Рядом есть вот такая, вот такое поле футбольное, старое прям. Тоже дорога не асфальтированная, но газ проведен. Есть игровая площадка. Вот, газонокосилки пришли. Входная группа школы, оказывается, здесь находится. Хошкельный зердептер. Панфилов атындағы орта мектеп. Улица Чапаева. Чапаев көшесі. Здесь прям видно, что свежий асфальт. Яйца 80, семена картофеля 80. Местами уже успели испортить хороший асфальт. Есть канализационные люки.
Классно, прям вся улица Чапаева, можно сказать, асфальтированная, дорога хорошая. И мы обратно вернулись на трассу. Так, по аулу есть еще одна улица, которую хотелось бы посмотреть. По всей видимости, это вот это она, но она, оказывается, не асфальтированная. Так, или это не та улица? Давайте сюда уйдем. Так, ну это тоже не асфальтированная. Просто в этой стороне сдалека увидел футбольное поле и баскетбольное, ну, кольца вот эти. И предположу, что это, наверное, старая школа. Одноэтажная. В этой стороне тоже газ проведен. Вон написано Мухтар Әуезов көшесі 5-ші үй. Улица Әуезова. Я все ехал и надеялся, что увижу асфальт. Но, видать, по улице Вызова этого не произойдет. А когда здесь дожди, походу вообще веселье. Даже никуда на оффроуд не надо ехать. Оффроуд здесь прям, можно сказать, тоже этот аул понятен. Прокатились по улицам, посмотрели, что есть, в каком состоянии. Думаю, можно выезжать.
населенном пункте Орта-Тубе ловит 4G связь именно от Теле 2. Хорошо работает. Также пока что работает актив, но 3G. Ну что ж, на сегодня все. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.